Так, а ну вертолетчик. Все, последняя у нас ракета, у нас больше нету ракет. Ё-моё. Давай это бросать, гранатку. Ёлки-палки, все. Что мы смогли, то смогли. Так, заходим в сейф, открываем сейф. Да, Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей, мы продолжаем играть в игру Антитеррорист Раш. И на этот раз, я считаю, думаю, что мы уже сегодня закончим прохождение этой игры. Я надеюсь. Да, потому что мы проходим ее долго достаточно-таки, но осталось совсем чуть-чуть. У нас уже достаточно хорошо такой прокачанный чувак. Есть собачки, которые нам помогают. Ага. Поставь, пожалуйста, лайк этому видео и напиши комментарий. Если ты хочешь передать привет, напиши передать привет. А я сегодня хочу передать привет Море Женю, Олегу Туманову, Ходи Жиму, Геймеру Робину, Лест Геймеру, Кристаллу, Александру и Максиму Павленко. Да, ребята писали под видео, я вам передал привет. Если хочешь, чтобы я тебе передал привет, напиши под роликом привет и поставь лайк. Я тебе обязательно передам привет. Так, ну смотри, а что у нас получается здесь? Так, давай собачек побольше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотри, у нас уже жизни кончаются, все. Да. Что прошли, то прошли. Давайте откроем сейф, тут есть сейф. Посмотрим, что у нас в сейфе лежит. Ой, какой мощный сейф нам попался, смотри, а. Давай, еще чуть-чуть осталось. Все, открыли сейф, и тут получилось много всяких штучек интересных, денежек. А что у нас по деньгам? 140 тысяч. Обязательно покупаем аптечку. Так, все равно количество 2 аптечки. Я хочу, чтобы было 3 хотя бы. И в арсенале посмотрим, что мы здесь можем по оружию. Так, по оружию тут ничего нету, зато есть много масок. Так, десяточка, 11-я, 12-я, 13-я. Так, здесь восьмерочка, девяточка, десяточка. Так, опять-таки, 11-я. Что еще? Ну и все здесь. Нет еще что-то. А, очки вот эти вот, да? Ой, нормально. Так, по броникам, ребята, смотрите. Восьмерок очень много, я смотрю. Так, девятка, десятка, 12-я, 13-я, 14-я, 11-я, 12-я, восьмерка, девятка. Так, что еще здесь? Ну, в принципе, все. Отправляемся дальше. Я надеюсь, может быть, мне сейчас дадут... сейф. Было бы хорошо. Так, кто там такой умный, а? С ракетницами нифига чит. Алло. У меня ракетниц тоже много. Все, разбомбили. Собачки мои убежали. Давайте. Сейчас проверим, как сильна моя аптечка новая. Открываем аптечку, смотрим. Да, кстати, лучше. Лучше стала аптечка работать. Ё-моё, так, надо аккуратно ножи разбрасывать, что-то я ножами. Так, еще аптечка. Аптечка прям практически мне заново дает жизнь. Это очень хорошо. Так, вот еще ребятушки стоят. Ё-моё, пройду я или нет, а? Давай, песик, давай, помогай мне. Ай, куда ж ты убежала? Алкан. Ой, все, прошел. Мы прошли уровень. Замечательно. И набрали много чего интересного. Получено 28 тысяч. Офигеть. Так, что у нас здесь особое заходим? Что мы приобретем? Давайте нож. Урон 400. Нифига себе. Так, в арсенале что здесь есть? По оружию давайте соберем. 11-е. Так, восьмерочка, девяточка, десяточка. Что еще здесь? Так, в принципе, все. Так, маски. Так, девятка. Так, в принципе, все. Давайте дальше поедем. Ох ты, смотри, в каком месте интересно. Здесь прям вот эти все мощные ребятушки. Как бы мне вас... Ох ты, это что такое вообще? Какой-то... Какие-то автоматчики сидят там. Это интересно. Прям такие очень интересно. Фига. А ну-ка, это экзоты вот эти. А ну-ка, они уничтожаются легко, нет? Так, аптечка. Да, они взрываются вот этой штукой. Блин, у меня их уже нет. Зато есть пески. Есть еще одна аптечка у меня. Так, давайте быстренько аптечку используем. Собачек всех выпускаем. Да, можно еще одну собачку выпустить. Офигеть, ребята, смотри, как все интересно тут уже.
Мы практически скоро пройдем. Не знаю, успеем, не успеем пройти. Чуть-чуть осталось. Есть. Мы прошли уровень. А, замечательно. Замечательно. Так, а ну-ка, здесь осталось один. А, то тут два этих осталось пройти. В принципе, я думаю, мы пройдем. Наверное. Может, нет? О, нифига, смотри, вертолетчик. С вертолета у нас внутри стреляют. Да, я теперь понял, как вертолеты уничтожать. Ракетой. Ракеты неплохо такие, они уничтожаются. Так, все, максимально мы подзарядились. Да, ракеты прям хорошо такие. Так, давай, песок еще. На тебе. Ё-моё. Так, кончились у меня ракеты, к сожалению. Так, давай, песок. Гранатки кидаем. О, все. Успел, что не успел, не знаю. Так, еще раз быстренько проходим. Так, сразу песок. Сейчас будем понимать, как лучше это все уничтожать. Да. Понял я. Что делать надо. О, сейф открыли мы. Туда нужно ракетницу кидать. На этот самый. Вертолет. Не могу вспомнить, как называется. Так, а ну-ка сейчас мы на вертолет сразу бросаем. Ой, хорошо. Так, а ну вертолетчик. Все, последняя у нас ракета. У нас больше нету ракет. Ё-моё. Давай это бросать гранатку. Ёлки-палки, все. Что мы смогли, то смогли. Так, заходим в сейф, открываем сейф. Что же лежит в сейфе? Давайте побольше денежек и всяких оружия. Мне нужно новое оружие, кстати. Мне нужна новая кепка, мне нужен новый бронежилет. Открывайся. О-о-о-о-о-о, сколько денег. Так, сразу. Давайте аптечку купим. Так, пока все равно у нас две аптечки. Я хочу, чтобы было три. Три аптечки. Так, собачек тогда. Ну, давай собачек купим, у него урон-то у собачки будет больше. Чё ж, мне жалко, что ли, купить собачек побольше. Так, что у нас здесь? По оружию выбираем. 12, 13, 10. Так, что у нас здесь по каскам? 13-я каска, 14-я, 25-я, 15-я, новая. Вау, прикольненькая. Так, здесь 12-я, 10-я, 11-я. Так, 13-я, давай я сюда поближе. Так, броньки. Бронек куча у нас. Так, вот 12-я бронька. Давай ее тоже тут совместим. Так, по бронькам вроде бы все. Ну, либо я не вижу. Так, по оружию. Тоже у меня что-то глаза разбегаются. А, вот 13 плюс 13, 14. И новый автомат мы получаем. Офигеть, круто. 15-й. Так, здесь, в принципе, все. Ага, здесь вот, вот эти вот. Давай его продадим. Ненужные. А давай все здесь продадим. Кроме 12-го, и 14-го, и 13-го. А вот эти тоже продадим, в принципе. По оружию. Вот эти вот маленькие тоже продаем. Так, эти, в принципе, продавать не будем. Вот эти только оставим, тоже продадим. Все. Так, 21 тысяча у нас есть. Так, ну и здесь продолжаем тогда наш бой. Сразу собачку отправляем. Ух ты, смотри, какая собачка мощная стала. Нормально. Это хорошо. Давайте сюда побольше песиков отправим. В принципе, мне не жалко. Так, сразу подлечимся. Надо ракет, короче, купить. Точно, что-то я не подумал. Потому сейчас обязательно побольше ракет купим, конечно. А то мне не хватает на всех, на все эти вертолеты. Да. А, я не успел использовать аптечку, ребята. Давай еще срочно проходим. Так, давайте сразу в пес. Так, вот вертолет. Так, давай собачек побольше. Так, поспешил я, конечно, ракетницу использовать. Так, подлечимся сразу. Да, надо будет. Все, максимально подлечились. Да, теперь понятно, как что делать будем. Да, ножи на вертолет вообще никак не действуют. А на вот этих ребят ножи, в принципе, хорошо действуют.
Так, ну все, здесь мы уже не пройдем. С такими-то вертолетами. Отходим назад. Особое заходим. Давай купим. Пока ничего не можем покупать. Давай подождем ракетку, чтобы заработать. Так, в арсенале что у нас по оружию? По оружию. Так, давай. 11-е. Так, ну все вроде бы. Так, здесь то же самое. Кепарики. Так, вроде бы все. Так, по одежде. О, здесь много прям. Очень даже таки много. Чего можно собрать? Ага, новый броник. Ух ты, 16 уровня. Собрали. Так, 13 пока нету. Так, ну все, отправляемся в бой.